17 марта, проверка датчика давления для Вячеслава, джип Grand Cherokee, ВК-2, 13-й, насколько я помню, ну вот они в принципе 14-й, по-моему, у вас. Вот, год выпуска. Так, сторонку пока убираю, чтобы не мешали нам остальные. Так, вот на каждом датчике ID номер, это вот верхняя строчка, 672 заканчивается. Сейчас дальше расскажу. Вот 672, то есть поделился именно этот датчик. Так, 29. Он далеко его не убираю, который определился, потому что второй раз он уже определиться не может. 29. D8DB. Так, очень часто задают вопрос, ставить в такой же последовательности, как я проверю, или нет. 8DB. Ставьте в любой последовательности. Я как мне под руку они попадают, так я их и проверяю. То есть привязки к определенному месту нету. 123. Все, вот они все определились. Вот опять же имеет вот эти вот ID номера. Вот я сейчас отдельно сделаю. При получении, соответственно, можете вот сверить, что получили именно эти датчики.